Бэби-бум в честь праздника. 16 малышей появились на свет в Караганде в день первого президента. Новорожденных и молодых мам поздравил аким Казавибийского района Жанат Искаков. Сегодня в шахтерской столице появился на свет и Нурсултан. Подробности прямо сейчас. К 11 часам утра в областном перинатальном центре на свет появились 4 младенца. Каждой счастливой маме аким района имени Казбекби Жанат Искаков торжественно вручил памятные подарки и высказал искренние слова пожелания. Сегодня первый день празднования праздника Дня первого президента Республики Казахстан. Вот и мы решили также эту акцию приурочить к этому празднику. Поэтому сегодня мы здесь. Мы поздравляем. У нас мягкая игрушка, денежный подарок. Открытка, ну и просто теплые слова, поздравления, посещения. Макис Ергуль долгожданного сына назвала в честь президента. Маленькому Нурсултану несколько часов от роду, а к нему уже прикованы объективы камер и фотоаппаратов. Я не планировала родить именно сегодня. Так получилось. Сын очень желанный и долгожданный. Назвала своего малыша в честь главы государства. Очень приятно, что руководство районного акимата поздравило меня и моего малыша в этот день. Нужно отметить, что уже к середине дня на свет появились 16 маленьких карагандинцев. Все роды прошли благополучно, отмечают медики. Первый день президента страны, пусть они будут здоровыми, и матери тоже здоровыми. Мы будем стараться, чтобы дети рождались здоровыми.